Накануне Дня города прошел и традиционный ночной велопробег. Он собрал более 1000 чебоксарцев. Любители велоспорта уже в пятый раз собираются вместе, чтобы проехаться по ночным улицам Чебоксар. Взрослые, дети, спортсмены, общественники и просто любители велосипедной езды. Чебоксарская велоночь собрала всех желающих прокатиться по улицам города. Местом сбора велосипедистов стала Красная площадь. Участники заезда прибывают сюда нескончаемым потоком. На часах ровно 10 часов ночи, и колонна отправляется в путь. Дистанция велопробега около 9 километров. Маршрут двухколесной армии прилегает по улице Карла Маркса и проспекту Ленина. Ночной город, концерт, сопровождение ГАИ и перекрытие на несколько минут улицы. Пожалуй, организаторы приложили все усилия, чтобы сделать заезд как можно более комфортным. Вот сзади меня сколько сотен ребятишек, юношей и девушек, которые просто встали, дышат свежим воздухом. Это здорово! Спорт – это жизнь! Яркие фонарики и оригинальные подсветки. Зрелище ночного велопробега впечатляет. После заезда велосипедисты делятся эмоциями. Говорят, приятно, но мало. Самый экологически чистый вид транспорта, полезный для фигуры и здоровья, и экономный. О преимуществах велосипеда эти люди могут говорить долго. Мне очень сильно понравился велопробег. Хотелось бы, чтобы почаще проводились вообще такие мероприятия на самом деле. Вот, очень весело прокатиться. Жаль, что мы сделали такой маленький маршрут. Хотелось бы побольше, как задумывали изначально, через Гагарин, через Мегамол, вот так вот. Было бы очень красиво и круто. Думаю, такие мероприятия надо проводить как можно чаще, чтобы все население нашей республики стало еще здоровее, еще прекраснее, красивее. Хорошо, понравилось. Первый раз участвовал. А что у вас за велосипед? Специально покупали или каждый день ездите? Нет, каждый день катаюсь. В какое время, расскажите? В основном утром. Утром, вечером, после работы. Судя по количеству счастливых и румяных лиц, все участники ночного велопробега остались довольны. Рифат Фаткулин, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.